Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Сегодня я расскажу, как сделать рисовое тесто для рыбалки на карася и других карповых. Рисовое тесто применяется в рыболовстве не так часто, просто его немного труднее готовить, чем тоже геркулесовое, но уловистость у рисового не хуже. Такое тесто, как приманка, отлично работает при ловле мирной рыбы круглый год, особенно летом. Мимо рыбы точно не проплывет, тем более, если добавить сладкий аттрактант, ведь рис легко впитывает и хорошо держит запахи. Есть два способа приготовить рисовое тесто. Первый способ такой. Вам нужно долго варить необходимое количество риса, чтобы он разварился. После того, как вода выкипит, нужно растолочь его в любой посуде и добавить немного муки, чтобы он не прилипал, и чайную ложку меда для стойкого сладкого запаха. А второй вариант – это размельчаем рисовые зерна в кофемолке, чтобы получилась рисовая мука, а из нее уже делаем тесто методом добавления кипяченой воды. В общем, процесс похож на приготовление манки или любого другого рыболовного теста. Если добавили много воды, то поставьте на 30 секунд в микроволновку. В общем, ничего сложного нет. Попробуйте рисовое тесто, вам понравится. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!